Автомашины различных марок. Тракторы. Экскаваторы. Речные и морские суда. Миниатюрные машины для скашивания травы. Мощные тепловозы. Все эти разнообразные машины приводят в движение двигатели внутреннего сгорания. Поршневые двигатели внутреннего сгорания принадлежат к наиболее распространенному классу тепловых двигателей. В таких двигателях процессы сгорания топлива и преобразования теплоты в механическую энергию происходят непосредственно в цилиндрах двигателя. Основными узлами поршневого двигателя являются цилиндры с движущимися в них поршнями и крышка цилиндров с клапанами газораспределения. Между крышкой и поршнем находится камера сгорания. Образующиеся при сгорании газы создают давление на поршень и перемещают его. Поступательное движение поршня с помощью шатуна преобразуется во вращательное движение коленчатого вала. От коленчатого вала приводится в движение газораспределительный механизм. Распределительный вал кулачками воздействует на толкатели и штанги, а через них на коромысло, которые открывают впускной и выпускной клапаны. Закрываются клапаны под действием пружин. Моменты открытия клапанов по отношению к мертвым точкам поршня называются фазами газораспределения, которые выражаются в градусах поворота коленчатого вала. К примеру, в двигателе автомобиля ЗИЛ-130 впускной клапан начинает открываться до прихода поршня в верхнюю мертвую точку за 21 градус поворота коленчатого вала. Это необходимо для большего открытия клапана при начале движения поршня вниз и, следовательно, лучшего наполнения цилиндров смесью. Закрывается впускной клапан после прохода поршня нижней мертвой точки на 75 градусов поворота вала. Это также способствует лучшему наполнению цилиндра горючей смесью за счет существующего в нем разрежения и инерции поступающей смеси. Выпускной клапан открывается до прихода поршня в нижнюю мертвую точку за 57 градусов поворота вала. Предварительное открытие клапана обеспечивает выход газов за счет их высокого давления. От нижней мертвой точки движение поршня будет происходить с меньшим противодавлением. Закрывается выпускной клапан после прохода поршнем верхней мертвой точки на 39 градусов поворота вала. Этим достигается лучшая очистка камеры сгорания. Период одновременного открытия обоих клапанов возле верхней мертвой точки называется перекрытием клапанов. Поршневые двигатели делятся на двигатели низкого сжатия с внешним смесеобразованием, карбюраторные, где зажигание горючей смеси происходит от электрической искры, и двигатели высокого сжатия с внутренним смесеобразованием, дизельные, в которых горючая смесь самовоспламеняется. Большинство карбюраторных и дизельных двигателей четырехтактные. В обоих типах двигателей такты происходят аналогично. Первый такт – впуск, второй – сжатие, третий – сгорание и расширение, четвертый такт – выпуск. В двухтактных двигателях и карбюраторных, и дизельных, рабочий цикл совершается вдвое быстрее, то есть за один оборот вала.
За каждый ход поршня здесь происходит сразу по два такта. Впуск и сжатие, сгорание, расширение и выпуск. Примером одного из распространенных четырехтактных карбюраторных двигателей может служить двигатель автомобиля ЗИЛ-130. V-образная форма блока двигателя при его сравнительно небольшой величине позволяет использовать вдвое большее количество цилиндров, чем в однорядном двигателе. Поршни с поршневыми кольцами обеспечивают высокую герметичность цилиндра. В таком двигателе шатуны крепятся попарно, на каждом колене вала. Однако при этом масса кривошипов вместе с нижними головками шатунов создают на валу центробежные силы, которые неравномерно нагружают коренные подшипники, картер двигателя, и вызывают вибрацию. Поэтому коленчатый вал изготавливается с противовесами. Эти противовесы и уравновешивают центробежные силы кривошипов и шатунов. Установкой на блок цилиндров головки с клапанами завершают процесс сборки цилиндров. Из бензинового бака горючее поступит в карбюратор. Здесь жидкое топливо смешается с воздухом, превратится в пар и в таком виде поступит в цилиндры. Ток от аккумулятора поступит к прерывателю, а от него после повышения напряжения к распределителю, который пошлет заряд каждой из свечей зажигания. Здесь, разряжаясь искрой, он воспламенит горючую смесь. Из картера через масляный фильтр в двигатель будет поступать масло. Масляный насос подаст его ко всем трущимся деталям и в первую очередь к подшипникам. Водяной насос и радиатор помогут системе охлаждения отвести лишнее тепло и не допустит перегрева деталей двигателя. В четырехтактном двигателе только один такт сгорания и расширения является рабочим. Остальные три такта осуществляются за счет кинетической энергии вращающегося вала с маховиком. В результате вал вращается неравномерно, быстрее при тактах расширения и медленнее при вспомогательных. Это вызывает вибрацию и приводит к преждевременному износу деталей. Если на одном валу работает не один, а два поршня, то неравномерность вращения вала будет вдвое меньше. У четырехцилиндрового двигателя такт расширения приходится на каждые полоборота коленчатого вала. При таком же количестве оборотов в двигателе автомобиля ЗИЛ-130 рабочих ходов будет вдвое больше. В целях равномерного распределения нагрузки на коленчатый вал такты сгорания и расширения происходят здесь в такой последовательности. В цилиндре первом, пятом, четвертом, втором, шестом, третьем, седьмом, восьмом.
Двигатели московского автозавода ЗИЛ являются одними из самых распространенных мощных карбюраторных двигателей. Каждый год с конвейера этого автозавода сходит несколько сот тысяч таких автомашин. Дизельному двигателю система зажигания не нужна. На крышке цилиндра устанавливается не свеча зажигания, а форсунка. Поршень дизельного двигателя гораздо массивней, и его днище имеет своеобразную форму. Во время первого такта в цилиндр впускается только чистый воздух. Он сжимается до такой степени, что его температура становится выше температуры самовоспламенения топлива. В результате распыленная форсунка и топливо самовоспламеняется. Одним из самых сложных процессов, происходящих в дизельном двигателе, является смесеобразование. Ход этого процесса зависит от конструкции камеры сгорания. Камеры сгорания отличаются многообразием форм, но все они делятся на камеры неразделенные и разделенные. Неразделенные камеры представляют собой единый объем, заключенный между крышкой цилиндра и поршнем. Камеры сгорания разделенного типа имеют по две полости, соединенные между собой каналами. Интенсивность перемешивания топлива с воздухом в камерах неразделенного типа достигается благодаря вихревым потокам воздуха и кинетической энергии струи топлива. В камерах разделенного типа, к примеру, вихревых, во время такта сжатия воздух нагнетается в предкамеру и завихряется. Струя топлива хорошо перемешивается с воздухом, и смесь воспламеняется. В камере создается высокое давление. Горящее топливо выбрасывается в надпоршневую полость и полностью сгорает. Вихревое распыливание обеспечивает мягкую работу двигателя и позволяет использовать топливо различных фракций. Однако более экономичным считается смесеобразование с непосредственным впрыском топлива в камерах неразделенного типа. 4-тактные дизельные двигатели используются на судах, тепловозах и мощных грузовиках, но особенно широко на тракторах. В системе газораспределения двухтактного карбюраторного двигателя клапанов нет. В цилиндре такого, к примеру, мотоциклетного двигателя, вместо клапанов окна для продувки и выпуска газов. В качестве продувочного насоса здесь используется внутренняя полость картера и поршень двигателя. Смесь воздуха с горючим засасывается под днище поршня. Опускаясь, поршень вытесняет рабочую смесь по боковому каналу в цилиндр. После заполнения цилиндра и сжатия следует сгорание, расширение и выпуск газов. Однако при одновременном открытии продувочных и выпускных окон возможна потеря топлива, которое выбрасывается из цилиндра вместе с отработавшими газами. Рабочий цикл совершается здесь за два такта, то есть за один оборот коленчатого вала. Аналогично работают двухтактные карбюраторные двигатели различных бензомоторных инструментов и лодочных моторов.
Двухтактные дизельные двигатели отличаются большой мощностью. Для зарядки и очистки цилиндров здесь используется чистый воздух, который нагнетается в цилиндр через продувочные окна. Нагнетает воздух специальный продувочный насос. Благодаря тому, что продувка производится только чистым воздухом, здесь нет потерь топлива, как в мотоциклетном двигателе. Отработавшие газы удаляются через выпускной клапан. Рабочий цикл здесь также совершается за два такта. Первый – рабочий ход и выпуск, второй – продувка и сжатие. Дизельные двухтактные двигатели являются самыми мощными из всех двигателей простого действия. Одной из разновидностей двухтактного дизельного двигателя является двигатель с противоположно движущимися поршнями. Камера сгорания находится между поршнями. В верхней части цилиндра продувочные окна, в нижней – выпускные. Положение цилиндра в двигателе может быть и горизонтальным. Во время работы такого двигателя сначала открываются выпускные окна, отработавшие газы выбрасываются наружу. Параллельно с этим начинается наддув чистого воздуха, который продолжается и после закрытия выпускных окон. Дизельные двигатели такого типа наиболее широко используются на тепловозах. Каждый из рядов верхних и нижних поршней вращает свой коленчатый вал. Суммарная полезная мощность обоих валов передается на генератор, который вырабатывает электрический ток. Двухтактные дизельные двигатели с противоположно движущимися поршнями, кроме тепловозов, используются также на морских судах. С каждым годом горючего для двигателей требуется все больше и больше, а ведь запасы нефти, основного сырья различного топлива, не бесконечны. Кроме того, двигатели внутреннего сгорания загрязняют атмосферу выхлопными газами. Можно ли избежать этого? В стране уже работает первый экспериментальный поршневой автомобильный двигатель, использующий новый, наиболее перспективный вид топлива – водород. На такой машине вместо бака с горючим – миниатюрный реактор. Водород получают здесь из самой обыкновенной воды. В реактор добавляется специальный порошок, обеспечивающий химическую реакцию с выделением водорода. Двигатель этой автомашины самый обычный, поршневой, четырехтактный. Для подачи в цилиндры двигателя смеси водорода с воздухом здесь только поставлен дополнительный блок. Важно, что топливная система взрывобезопасна. Двигатель, работающий на водороде, совершенно безвреден, так как из его выхлопной трубы выбрасывается в атмосферу только чистый воздух с водяными парами. Роль двигателей внутреннего сгорания в народном хозяйстве огромна,
так как на их долю приходится большая часть вырабатываемой в стране механической энергии.